6 октября на Центр оперативного управления Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступил звонок от жителя городского поселка Ружаны. Звонивший мужчина сообщил о том, что на его подворье горит скирда сена, могут пострадать рядом стоящие постройки. В течение считанных минут на место вызова прибыли спасатели. Происходило открытое горение скирды, в которой складировались солома и сено. На ликвидацию горения спасателям понадобилось более 10 минут. В результате пожара повреждено около 8 тонн грубых кормов укоса 2019 года. Что касается причины возгорания, виновниками стали дети хозяина дома 2012 и 2013 года рождения. Пока родителей не было на кухне, они взяли спички и решили разжечь костер. Резко вспыхнувшее пламя испугало детей. Они быстро залили огонь водой и побежали домой. Родителям ничего об этом не сказали. А спустя некоторое время во дворе уже стояли пожарные автомобили. О том, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра, знают все. Но хотелось бы еще раз напомнить, спички и зажигалки должны находиться в недоступных для детей местах, а игры на улице не должны быть бесконтрольными.